Воскрес! Самим яскравим свідченням того, що Христос Воскрес – це є ви, які воскресли з Ним. Слава Йому за це ярке свідоцтво, що Христос живий. Я вітаю вас із цим святом Воскресіння і заспіваю вірш Віри Сергіївни Кушнір, вона писала на російській мові, про Воскресіння. Хай буде вам для благословіння. Будь ласка. Тогда не должно быть весны. И травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. И те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. И те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. Но с надеждою сеет крестьянин сухое зерно, веря в жизнь, что сокрыта в его нежилой оболочке. Знает он, что в свой час непременно воскреснет оно, а живет, как на дереве голом, на обухшие почки. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. И те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. Человек не зерно, не цветок, не сиреневый куст. И не плоть он и кровь, и не только он кости и кожа. Сам Творец из своих животворных, божественных уст. Жизнь вдохнул ему в грудь, на себя его сделал похожим. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. И ту жизнь, что вдохнула, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит, торжествуя могила. Только тело ее, а душа, как жила, будет жить. В ней сокрыто Творцом навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. Слава Господу!